Всем привет! В общем, в этом видео расскажу, как можно проверить замок зажигания в том случае, если не крутит стартер, либо не включается зажигание. Сам замок зажигания устроен он просто. В нем находятся контакты. При повороте ключа контакты эти замыкаются, и питание подается в определенные электрические цепи автомобиля. Допустим, не крутит стартер. Как определить, что причина в замке зажигания или нет? Вот это разъем замка, он располагается под рулевой колонкой. Чтобы до него добраться, нужно снять декоративную накладку. Распиновка контактов разъема, седьмой контакт. На него приходит плюс от аккумулятора. И далее этот плюс идет на центральный контакт замка зажигания. Когда мы включаем зажигание, поворачиваем ключ, то замыкаются вот эти два контакта. То есть центральный и вот этот. И плюс уже с седьмого контакта поступает на четвертый контакт. Включается зажигание, загораются лампочки на панели, щелкает главное реле. Далее, когда мы поворачиваем ключ на старт, то есть включаем стартер, замыкаются вот эти контакты, центральный и вот этот уже. И плюс идет с седьмого контакта на третий. А с третьего контакта он уже поступает на дополнительное реле стартера, либо на втягивающее реле, если дополнительное реле отсутствует. То есть стартер начинает крутить. На него поступает питание с вот этого контакта. Если мы поворачиваем ключ в замке на старт, но стартер не крутит, то значит, чтобы определить, причина в замке или нет, нужно, в общем, замкнуть седьмой и третий контакты разъема. Для того, чтобы подать питание на стартер напрямую. Ну вот разъем замка. Вот это первый контакт верхний. Вот это восьмой. То есть отсчет первый, четвертый, пятый, восьмой. Выступ вот этот внизу для ориентира. И здесь разъем проводки. То есть снимаем разъем замка. И здесь находим третий и седьмой контакты и замыкаем их перемычкой. Но ориентироваться можно по разъему замка зажигания. То есть сначала здесь найдем третий и седьмой контакт, а потом уже в разъеме проводки замыкаем их. Стартер крутит. То есть напрямую стартер крутит. Если он не крутит, когда мы поворачиваем ключ на старт, то значит, скорее всего, причина в замке зажигания. Но если мы замыкаем эти контакты, а стартер не крутит, то причина, скорее всего, либо в цепи питания стартера, либо в самом стартере. Замок зажигания ни при чем. Далее, если не включается зажигание, то как определить, причина в замке, либо нет? Нужно замкнуть седьмой и четвертый контакты. То есть подать питание в бортовую сеть автомобиля напрямую, минуя замок. Находим седьмой и четвертый контакты и замыкаем их перемычкой. Зажигание включилось, заработал бензонасос. Если при замыкании напрямую этих контактов зажигание включается, а при повороте ключа не включается, значит, причина, скорее всего, в замке зажигания. Но если зажигание не включилось, значит, замок ни при чем, нужно разбираться в проводке. В общем, чтобы зря не покупать замок и не менять его, можно сделать такие простые проверки. Определить тут просто, причина в замке или нет. Все, всем пока!